В этом году казахстанцы отмечают 22-й год Дня независимости Казахстана. В преддверии этого праздника сегодня на площади Победы прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие заместитель акима области Бахтияр Макен и аким города Уральска Алтай Кульгинов. На мероприятии сотрудникам ДВД были вручены ключи от 12 автомобилей «Шкода Октавия», а также 11 молодых сотрудников полиции приняли присягу. Подробнее в сюжете. Машины оборудованы всем необходимым для контроля за общественным порядком и дорожным движением. На мероприятии была зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенанта полиции Калмухамбета Касымова. Также с приветственным словом выступил заместитель акима области Бахтияр Макен. Сегодня будут вручены новые автомашины, приобретенные для дорожно-патрульной службы по местному бюджету. Хотелось бы отметить, что за годы независимости Казахстан достиг очень многого. Сегодня в строю стоят как те, кто вместе с командой президента ковал эту независимость, так и те, кто является ее ровесниками. Сегодня они дают присягу и дают слово верно, честно служить своей стране, своему народу, своему президенту. Начальник департамента внутренних дел полковник полиции зачитал приказ о присвоении очередных специальных званий, вручил почетные грамоты и медали сотрудникам УВД, отличившимся в обеспечении охраны общественного порядка и раскрытии преступлений. Накануне Дня независимости Казахстана мы принимаем присягу. Мы этому очень рады. И для нас это большая честь, что вот так вот принимаем присягу. Мероприятие закончилось прохождением торжественным маршем, который продемонстрировал личный состав департамента. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.